15 сентября отмечает свой праздник санитарные службы. Вот уже 89 лет эти организации по всей Российской Федерации стоят на защите здоровья населения и прав потребителей. Организационные мероприятия по предотвращению наступления эпидемии, контроль работы медицинских и общественных учреждений, работа с жалобами граждан из-за некачественного товара, контроль здоровой окружающей среды и много других функций выполняют работники санитарных служб. Ну, всего на территории, значит, поступило 47 обращений граждан на защиту прав потребителей. Да. Из них самое большое количество это на реализацию непродовольственных товаров. Жалобы идут на то, что во время, когда приходят с обращениями на некачественный товар, то не дают замену на этот срок, пока идет экспертиза. Что при большое количество было жалоб на качество воды горячей, подаваемой потребителю. Но в основном это жалобы на невыдержанный температурный режим. Поэтому обращаю внимание, что необходимо при покупке товара обязательно смотреть на срок, который указан на упаковке. 15 сентября ежегодно отмечается День санитарной службы. Мне бы хотелось поздравить свой коллектив, своих коллег с наступающим праздником. Поздравить успехов в труде, пожелать семейного благополучия, здоровья, чтобы, несмотря на все реорганизации и все проблемы, возникающие в нашей службе, мы продолжали также самоотверженно трудиться и приносить хорошие результаты. Еще раз с праздником. А всем потребителям, всем жителям нашего города хочу пожелать здоровья. Пожалуйста, со всеми проблемами, возникающими у вас по санитарным вопросам, обращайтесь в нашу службу.